Здравствуйте, дорогие друзья! На выходных я побывала на нашем центральном рынке Озерка и заглянула в свой любимый отдел современной посуды. Посмотрите, как здесь готовятся к Новому году, какие здесь появились новые товары. Вот это вы видите, конфетницы в виде пряничных домиков. Мы, конечно же, их рассмотрим с вами более детально. Вот такие сахарницы. Тоже, в принципе, можно их использовать и как конфетницы. Есть и блюда, и новые чашки. Вот видите, как открываются эти пряничные человечки. Они были представлены в двух размерах. Вот там вот елочка. Мы также ее с вами посмотрим поближе. Вот тоже конфетницы в виде машин. Видите, вот так открывается крышка. Мне кажется, очень красиво, очень эффектно. И оформить дома интерьер. И для подарка. Вот это тоже конфетница. Какая здесь оригинальная крышка. Видите, уже с икебаной. Большой пряничный паровоз с пряничным человечком на крыше. Домик. Очень эффектные подарки. Вот эта елочка. Посмотрите, на ней даже объемные детальные игрушки, мишка. Объемом она 2 литра, если я не ошибаюсь. И стоимость ее 900 гривен. Вот такие большие домики. Ну, здесь, конечно, емкости для сыпучих продуктов. Видите, под ложку здесь есть выемки. Стоит такая 420 гривен. И фабрика, которая их выпускает, если не ошибаюсь, называется Bonadi. Вот такая маленькая елочка, тоже в виде пряников. Я думаю, что маленького человечка пряничного можно использовать как и чайницу. Вот такие маленькие домики стоят от 250 гривен. И самый большой, если я не ошибаюсь, 750 гривен. Очень красивое, на мой взгляд, блюдо. Посмотрите, какие здесь грибочки. Я как-то вам показывала, у меня есть из этой серии шкатулка с грибами. Блюдо очень эффектное. Также вот сахарничка к нему можно подобрать. Очень красивые заварочные чайники, сахарницы. Вот такая блинница появилась. Блинница стоит 420 гривен. Сервировочные блюда новогодние с гномами. Меньшего размера блюдо стоит 160 гривен, а большего 210.
Понравилась мне вот такая масленка. Сделана под старину. Ну и к этой масленке я бы, наверное, купила вот такие спецовники. Емкости для соли, для перца. Привлекло мое внимание еще вот такая вот, я думаю, что это масленка в виде поросенка. Смешнючая. Чашки к Новому году. Посмотрите, какая удобная большая ручка. И вот такие появились новые чайные пары. Красивый дизайн. Внутри, насколько богатое оформление. Приходите сюда. В этом отделе есть чем порадовать себя, друзей, родных, близких людей. Если вы живете в другом городе, думаю, без проблем можно будет организовать пересылку ваших покупок новой почтой. И я, конечно же, не ушла с пустыми руками из этого отдела и принесла домой вот эту сахарничку снеговичка, который будет украшать мой новогодний стол и радовать меня все новогодние праздники. И стоил такой снеговичок 250 гривен. Также на днях я побывала в сети магазинов «Акварель» и предлагаю в завершении ролика полюбоваться современными елочными игрушками. Ценники на них вы увидите. Каждая игрушка стоила около 500 гривен.
Друзья, спасибо огромное, что смотрите мои видео, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Я вам желаю прекрасного новогоднего настроения и всего самого-самого доброго. До новых встреч на канале. Пока!